период с 9 по 7 сентября на территории Российской Федерации, полигон Сергеевский, это Приморский край, проводилось стратегическое командное штабное учение, в котором принимал участие также контингент Вооруженных сил Республики Беларусь в составе оперативной группы и батальонной тактической группы. В данном учении принимали участие еще воинские контингенты 14 стран. Целью данного мероприятия мы ставили это дать практику командиров штабов принятия решения в управлении подразделениями, во взаимодействии с контингентами вооруженных сил других государств, а также совершенствовать навыки личного состава в выполнении учебно-боевых задач в сложных условиях местности. Задача стояла вести сдерживающие действия с условным противником, в дальнейшем создать условия для проведения контрудара во взаимодействии с воинскими контингентами других государств, коалиции государств. У всех армий имеется определенный опыт ведения боевых действий. За этот продолжительный период времени, значит, шло взаимодействие, обмен опытом. И также наши военнослужащие много чего почерпнули из взаимодействия в ходе данных учений. С данными задачами личный состав справился успешно. Задачи все, которые планировались в ходе данного учения, были выполнены, цель достигнута.